يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات قابل التوبات الله 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 لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ассаляму алейкум, уважаемые братья и сестры, рады приветствовать вас на нашем телеканале Хадит ТВ 3, на нашей передаче, которая посвящена этому великому месяцу и священному месяцу для мусульман, месяцу Рамазан. И как всегда у нас сегодня в студии уважаемый шейх Курбан. Ассаляму алейкум, шейх Курбан. Алейкум ассалям, рахматуллах. Уважаемый шейх Курбан, на прошлых передачах мы обсудили аяты, вы также объяснили, что такое лямам, кто, кем является лямам. Также мы рассказали историю про хариджитов. Также мы сказали, что месяц Рамазан является месяцем махфира, что является месяцем прощения. И это мы также сказали, что месяц Рамазан является большой возможностью смыть грехи. И также мы поговорили о важности изучения Корана в этот священный месяц. И хотелось бы продолжить данный разговор. Прошу вас. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей. Мы говорили о том, что этот месяц является месяцем Корана. Именно в этот месяц был ниспослан, в один из ночей этого месяца был ниспослан священный Коран. В нескольких аятах священного Корана Всевышний говорит, что в этот месяц, в один из ночей этого месяца, месяца Рамадан, был ниспослан священный Коран. Мы можем подумать и решить, что это является случайностью, возможно, осознанно или неосознанно, можем так воспринимать этот месяц как это явление, как некую случайность, что ниспослание священного Корана совпало с этим месяцем. Но истина, которую мы наблюдаем из преданий, из объяснений, которые имеются в преданиях, которые имеются предания, которые описывают эту ночь, которые описывают этот месяц, особенности этого месяца, из этих преданий мы понимаем. И понимаем, что это не было случайностью, что в этот месяц, в этот период, и в особенности именно в эту ночь, называемую ночь предопределения, именно в эту ночь священный Коран обретает особую доступность. Божественные познания, божественные знания, познание Бога, познание атрибутов Бога, познание халифов и наместников Бога, познание священного Корана, этих знаний, постижение этих знаний в этот месяц является особенно доступным, обретает особенную доступность. И поэтому человек, совершив малейший шаг в сторону этого познания, изучения священного Корана, ему перед ним открываются двери, двери божественного познания, двери понимания священного Корана, который состоит из аятов Всевышнего, из знамений Всевышнего. И именно поэтому в священном Коране сказано, что شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Месяц Рамадан, в котором ниспослан был священный Коран. То есть сами эти знания, это познание,
эта просвещенность, эта божественная, религиозная, духовная просвещенность в этот месяц само спускается, то есть становится доступным. И в особенности в эту самую ночь, в одну из ночей, которая, согласно преданиям, приходится на один из 10 дней, на третью декаду, на один из последних 10 дней этого месяца приходится. Это одна из особенностей священного Корана. Это одна из особенностей этого месяца, месяца Рамадан, в котором особую доступность обретает божественные познания, обретает священный Коран. Но что из себя представляет священный Коран? Давайте немножко затронем и этот вопрос, и поговорим об этом на основе аятов и преданий от непорочных. Что из себя представляет священный Коран? Как сам Коран описывает себя? Как Всевышний в священном Коране описывает Коран? Как непорочные наместники и халифы Аллаха на земле, как они описывали, как они доносили до нас знания об этой книге. В священном Коране сказано следующее. Ауду биллахи минаш шайтани раджим, мусаддикан лима байна ядайхи миналь китаб, ва мухайминан алейхи. В этом аяте Всевышний говорит о книгах, которые были ниспосланы до Корана. И говорит, что Коран мусаддикан лима байна ядайхи миналь китаб является подтверждением. Является подтверждением правдивости этих книг. Книг, которые были ниспосланы до Корана. Божественных книг. Что это означает? Означает, что... Это не означает, конечно же, что если мы сейчас возьмем Священную Тору, то все, что написано в Священной Торе, все подтверждается Священным Кораном. Ничего подобного. Почему? Почему? Объясню. Все очень просто. И это известный факт, что как Тора, так и Евангелие, так и другие священные книги, которые были ниспосланы до Священного Корана, обратите внимание, это очень важно, они были искажены. Да, в них содержится доля правды, в них содержится правда, осталась правда, но эта правда смешана с ложью, выдумками людей, то есть там появилась смесь человеческого и божественного. Какие у нас есть доказательства, дабы подтверждали? Доказательств огромное множество. Например, каково вам в Торе описание пророка как алкоголика? В Торе. В Торе его светлость пророк Нух. Ну, история, например, о том, что он напился и голым заснул. Заснул в голом состоянии. И потом история связана с его детьми, с Хамом. Почему Хамом назвали? Называют, говорят, человек Хам от его сына. Вот эта история, например. Пророк напился. Это сейчас нормальный человек, добропорядочный человек, если совершит такой поступок, как мы к нему отнесемся? Не говоря уже о божественном пророке. Или же какова история в Торе, когда Муса, алейхиссалам, всю ночь боролся с Богом? Да. Какова эта история? И когда Бог проиграл Мусе и рассветало, Бог сказал: отпусти, а то мои рабы увидят, что ты победил меня. Да. Огромное количество историй в Торе, огромное количество небылиц. Кстати, я хочу подчеркнуть, что эти небылицы перекочевали в ислам перекочевали. Какие именно небылицы, что вы имеете? Ну, очень, очень много, не в виде аятов, конечно же, я не про это говорю. Большинство мусульман, тот самый суннитский мир, так называемый, он находится под величайшим влиянием, под большим влиянием находился и находится от иудаизма, иудейского учения,
Дело в том, что второй халиф, как мы, не является ни для кого секретом, он симпатизировал иудейскому учению, и когда он стал халифом, он многих иудеев, которые были до ислама иудеями, потом приняли ислам, то есть иудеев, принявших ислам, он дал, он открыл им возможности, открыл двери мечетей, кафедр мечетей. А эти бывшие иудеи, ставшие мусульманами, а что они рассказывали людям? Они аяты рассказывали? Нет. Они рассказывали хадисы посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям. И да, и нет. Почему да? Потому что они говорили, что об этом сказал посланник Аллаха. А почему нет? Потому что посланник Аллаха этого не говорил. Они рассказывали истории из Торы и другие истории, принятые в иудаизме. Например, тот же самый Кааб аль-Ахбар. Кааб аль-Ахбар передает от посланника Аллаха, хотя он никогда не видел посланника Аллаха. Кааб аль-Ахбар – это бывший иудей, принявший ислам. А Кааб аль-Ахбар является одним из надежнейших, таких уважаемых. Он является очень учителем Абу Хурейры. Абу Хурейра передает от Кааб аль-Ахбара, учился у Кааб аль-Ахбара. Абу Хурейра учился у Кааб аль-Ахбара. Абу Хурейра передает от Кааб аль-Ахбара, Абу Хурейра, который видел посланника Аллаха, а Абу Хурейра, Кааб аль-Ахбар не видел. Кааб аль-Ахбар не видел посланника Аллаха, но учил того, кто видел посланника Аллаха. То есть табиин учил сподвижника. И сами ученые, исследователи, которые, они говорят, это удивительная история, это чудо, когда табиин учит хадисам посланника Аллаха. Как же сподвижника человек, который не видел посланника Аллаха, чему он может научиться? Это чудо, я же говорю. То есть они как это разъясняют? Это нечто невероятное. Это просто невероятное чудо. А тот момент, что здесь что-то не так. Табиин, который не видел посланника Аллаха, учит сподвижника хадисам посланника Аллаха. А Абу Хурейра кто такой? Абу Хурейра – это человек с огромным мешком хадисов, как он сам выражался. То есть у него очень… Это рекордсмен. Вне всякого сомнения, ему нету равных. Он рекордсмен по передаче преданий от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Он с ним не сравнится по количеству преданий даже те люди, которые всю жизнь с самого рождения были рядом с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, как Али ибн Абд Талиб, алейхиссалату ва саллям. Хотя Абу Хурейра видел всего 3 года посланника Аллаха. То есть он на протяжении 3 лет только видел посланника Аллаха, но передал предание от посланника Аллаха намного больше, чем Али ибн Абу Талиб алейхиссалям, намного больше. Полны книг его преданиями. Так а что это за предания? Откуда они возникли? Абу Хурейра неужели так часто видел посланника Аллаха и так много от него всего слышал? Откуда все это? Если мы будем честны самим собой, если будем объективны, то мы обнаружим, что это все истории. Большее все. Это или же откровенные истории, иудейского учения, или же иудейское учение, обернутое оберткой ислама. Оберткой постисламской истории, оберткой ислама, оберткой хадиса посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому эти истории, к сожалению, в мусульманском мире имеют какую-то роль. То есть на мусульмана они указывают. Например, история, очень известная история о том, как Давуд, алейхиссалам, убил своего полководца, чтобы жениться на его жене. Молился, в этой истории сказано, что Давуд, когда молился, увидел птицу, погнался за этой птицей. Птица оказалась шайтаном, он гнался за шайтаном. Шайтан специально привел его в дом некоего человека, у которого была очень красивая жена, чтобы он увидел, Давуд, алейхиссалам, увидел его жену. И он, увидев жену, влюбился в нее и стал расспрашивать, чья это жена. А потом сказали, что это жена твоего полководца, он убил полководца и женился на ней. Какова эта история, принятая достоверная история? Не иудейская, это не в Торе, и я говорю именно в исламских источниках и принимается эта история. Но это одна из историй. Можно история, связанная с Даджалем, например, как они описывают Даджаля, хадисы о Даджале. Да, сами предания были о Даджале, но описание его, что он, где он, как он живет и что он будет делать,
Это уже совсем другая история. Большое спасибо, уважаемый шейх Курбан, но мы вынуждены прерваться на короткую паузу, после чего мы вернемся. Иншалла. Уважаемые телезрители, прошу вас не отходить от ваших телеэкранов, не переключайтесь, мы вернемся после короткой паузы. Снова ассаляму алейкум, уважаемые братья и сестры. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях уважаемый худжатуль ислам валь муслимин шейх Курбан. И вместе с шейхом Курбаном, к сожалению, наш разговор немного отошел от нашей данной темы, и мы поговорили про такие книги, как Тору и Евангелие, и то, что они были искажены, и какие следы они оставили на нашей вере. Также вот хотелось бы вернуться к нашему разговору и к аяту, где вы сказали, что это является, Коран является подтверждением того, что было ниспослано ранее. И вот хотелось бы продолжить наш разговор. Да, мы говорили о том, что это означает. Это означает, что... То есть это мы уже выяснили, что это не означает, что Священный Коран является подтверждением вот этих книг, которые имеются на сегодняшний день. Нет. Это означает, что Священный Коран возродил, подтвердил, повторил, если хотите, то учение, которое было заложено, которое было изложено в предыдущих книгах, которое было изложено в Торе, которое было изложено в Евангелии и в других божественных книгах. То есть Священный Коран воплотил в себе учение этих книг. Священный Коран вобрал в себя учение этих книг, но что сказано далее в Священном Коране? «Вамухайминан алейхи». То есть «мухайминан» превосходит. То есть «мухайминан алейхи». То есть Священный Коран превосходит это учение. Превосходит учение Торы, превосходит учение Евангелия, настоящие Торы. То есть Священный Коран не только повторил, не только подтвердил, не только возродил это учение. Учение о единобожии, учение о наместниках и халифах Аллаха на земле. Все эти учения возродил, но мухайминан алейхи ва мухайминан алейхи. То есть, но при этом Священный Коран превосходит эти книги. То есть есть нечто, чего не было в этих книгах. Есть в Священном Коране, чего не было ранее, новое учение, то есть это новый уровень совершенства, новый совершенный уровень этого учения. Вот, уважаемый шейх Курбан, не могли бы вы нам привести, например, пример и вкратце поговорить о том, что чем же Коран превосходит, например, Тору или Евангелие? В чем? Дело в том, что не уверен, что есть какой-то вопрос затронутый. Ну, например, предположим, учение о каких-то атрибутах Бога, о которых не было учения в Торе или в Евангелии. И нет такой уверенности, нельзя однозначно утверждать. Почему? Почему сложность? Почему сложно такой пример привести? Потому что, во-первых, нет у нас Торы и Евангелия, чтобы изучить и посмотреть, чего там не было и что уже есть в Священном Коране. Есть, но мы пример какой-то конкретно привести не сможем. Но качество этих божественных познаний, то есть дело даже, может быть, не совсем в примерах, может, даже нет никаких отличий, все то же самое учение, которое было в предыдущих книгах, имеется и в этой книге, все то же самое, в примерах, в положениях каких-то идеологических, в положениях, религиозных постулатах и так далее. Но
качество, вне всякого сомнения, то есть им достаточно одного лишь качества, чтобы эта книга превосходила. Не сказано, что есть какие-то новые вопросы, которых не было в этих учениях, в тех книгах. Не сказано, сказано «мухаймин аналей», то есть превосходит, преобладает над этими. Этого для превосходства и преобладания достаточно качества. Качество изложения, качество учения, совершенство учения. Поэтому какой-то конкретный пример привести, ну, по крайней мере, сложно. Да, вот, уважаемый шейх Гурбан, вот у нас в Коране написано, что нам предписан пост. Было ли что-нибудь, что же такое же похожее? И конечно, в том же самом аяте и говорится, что предписан вам пост, так же, как он был предписан предыдущим общинам, например. Отличался он либо как-нибудь чем-то от того, что, например, как мы сегодня постимся? Да, то есть поклонение, то есть качество, пост, молитва. Хотя, конечно, это требует отдельного исследования, отличались ли те или иные религиозные обряды в своей форме от религиозных обрядов предыдущих общин, божественных учений. Но то, что можно предположить, что да, то есть качество, форма, да, была разная. Но опять-таки я говорю, это требует отдельного исследования, нужно посмотреть. Но то, что сейчас мы можем судить, то, о чем можно судить, что есть это отличие. В той же самой молитве, например, молитва. Большой доли вероятности можно утверждать, большой, просто огромнейшей доли вероятности можно утверждать. Опять-таки, почему с вероятностью, почему у нас нету ясных данных, уверенности в этом? Потому что изучение этого недоступно в полной мере. То есть мы не можем изучить обряды и религиозные формы поклонения у предыдущих общин. Потому что искажено это учение, эти учения искажены. Но с огромнейшей долей вероятности можно утверждать, что у предыдущих общин не было именно вот такой формы, совершенной формы поклонения, которая имеется у мусульман, имеется в исламе. Именно это стояние, поясной поклон, два земных поклона в определенной последовательности с определенными словами. Но если учитывать то, что чтение Корана является частью этого поклонения, то мы уже со 100% уверенностью говорим, что этого не было, такого, в такой формы поклонения не было впереди, потому что не было Корана, чтобы они могли его читать. Поэтому, но поклонение было, конечно же, вне всякого сомнения, молитва была. Но мы видим, что качество разное. Также и божественные книги. Качество здесь, как минимум, качество преобладает. Как говорится в священном Коране, ну, также имеются и предания об этом. Например, имам Саджад, алейхиссалату вассалам, в своих молитвах известных, которые были составлены в Сахифату Саджадия, в своих известных молитвах, которые он совершал рядом с могилой своего деда, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в одной из этих молитв он говорит: «Ва мухайминан аля кулли китабин анзальтаху». То есть священный Коран преобладает, превосходит любую, каждую книгу, которой ты ниспослал, то есть Всевышний ниспослал, превосходит каждую книгу, которую ниспослал Всевышний. Поэтому изучение, обратите внимание, для чего, что это, что и какой вывод мы можем из этого аята сделать, и о чем говорит нам этот аят? Он говорит о том, что изучение и стремление к познанию священного Корана – это изучение и стремление ко всему тому, что было ниспослано Богом, потому что эта священная книга воплотила в себе все,
божественные книги, все божественные послания, и более того, превосходят эти божественные послания. Но масштаб, то есть грандиозность, величие этого дела, это не может быть описано ни одним словом. У человечества нет такого слова, чтобы описать подобное величие. Величие священного Корана, которое описано в этом аяте священного Корана. То, что было зачитано ранее. Нету такого слова. То есть невозможно, трудно себе представить величие, грандиозность, великолепие, совершенство священного Корана. И представить, насколько это является великим угощением, потому что этот месяц, месяц Рамадан, является месяцем угощения, когда Всевышний «Асбага алейкум ниамаху захиратан ва батина», когда он осыпает с особым великодушием осыпает своих рабов дарами, потому что это является «зиафатиллах», это является месяцем, когда люди, рабы, верующие оказываются в гостях у Бога, и Бог угощает своих гостей, мин ахли кераметиллях, которые являются уважаемыми, почетными гостями, не просто гостями Бога, но мин ахли кераметиллях являются почетными гостями Бога, Бог угощает своих рабов самыми лучшими дарами, самыми великими, непревзойденными и великолепными дарами, духовными в первую очередь дарами, величайшими из которых, вне всякого сомнения, является именно священный Коран. Это угощение, это то блюдо, то духовное блюдо, та духовная пища, которой Всевышний в этот месяц угощает своих гостей, потому что это месяц гостеприимства божественного, когда он обращает на своих рабов особое внимание, особо великодушие проявляет к ним. И этот аят дает нам понимание того, насколько великий это дар, священный Коран. И необходимо воспользоваться этой возможностью, не упускать этой возможности, стремиться к познанию, к изучению священного Корана в этот месяц, в этот священный божественный месяц. Уважаемый шейх Курбан, большое спасибо. Надеюсь, что данная вами информация очень позитивно скажется на наших телезрителях. А мы на этом с вами прощаемся. Ассаляму алейкум рахматуллах. Алейкум ассаляму рахматуллах баракату. Ну а мы подводим итоги нашей передачи, уважаемые телезрители. Желаем вам добрых надежд и искренних молитв. А на этом все. Ассаляму алейкум рахматуллах. Я муджиб ад-дауати, я рафи'а ад-даражати, я валия аль-хасанати, я кабил ат-таубати. Я муджиб ад-дауати, я рафи'а ад-даражати, я валия аль-хасанати.